В день Всемирного дня охраны окружающей среды сотрудники общества «Газпромдобыча Ямбур» посетили детскую экологическую станцию. В нем состоялась Олимпиада эколят молодых защитников природы. Ребята вместе со сказочными персонажами отправились в путешествие по страницам живой книги природы. Детская экологическая станция – просветительская площадка. Так, летом прошлого года учащиеся педагоги станции совместно с компанией «Газпромдобыча Ямбур» организовали экспедицию на ямбурское месторождение. Результаты исследований были высоко оценены экспертами, а фотографии об экспедиции и рисунки воспитанников ДЭС были представлены на выставках Государственного музея имени Вернадского. Поэтому сегодня без подарков не обошлось. Детская экологическая станция получила от музея 2 экшн-камеры и 3 радиоуправляемых квадрокоптера, а компания «Газпромдобыча Ямбург» вручила сертификат на строительство уличного вольера для животных. Это очень важно. Мы являемся и спонсорами проекта «Мой любимый зоопарк». К тому же в прошлом году была организована совместная экспедиция на ямбурское месторождение, где тоже учащиеся педагоги экологической станции получили, я думаю, огромный опыт в плане исследования и охраны окружающей среды.